Всем привет, ребята! С вами снова я, Дэнл Титтенл, и сегодня я нашел очень странную деревню Майнкрафт, Bedrock Edition. Итак, сид, а также координаты, на которые вы должны телепортироваться, будут в описании, что потому что, чтобы вы не думали, то, что это какой-то, как бы, кликбайт и так дальше. Но, как бы, я думаю, вы так не подумайте, так что погнали! Итак, собственно, чтобы нам как бы к ней долететь, так, ну, я спринтую, видите, то есть я по бокам спринтую и туда еле-еле прохожу. Нам надо выпить скорость 2. Вот. Ну и в принципе, давайте, сейчас вот, теперь мы передвигаемся, наконец-таки, то как-то странно передвигаемся, но если как-то немного словить, вот, мы можем передвигаться по этой деревне. Итак, ну давайте сначала же, собственно, зайдем в какие-то дома. Вот первый дом, вот, например, да. Я думаю, вы поняли то, что это все фантомное немного. Но зато двери хотя бы открываются. Вот, и то хорошо. Ну, в принципе, вы видите, да, то, что тут, ну, вроде бы все нормально, но кроме того, то, что тут жителей нету, да, это первое, собственно. И второе, то, что мы тут еле-еле передвигаемся. Ну, я думаю, это ничего, да. Итак, ребята, я включил координаты. Вот они, собственно, координаты. Вот. Ну, в принципе, ладно, тут даже факела как-то немного неправильно, как по мне. Ну, да ладно, ничего страшного, я думаю, в этом... Нет, стоп. Я только что ничего не ломал, но оно сломалось. Я не знаю, будете ли мне верить вы или нет, но я реально ничего не ломал, оно сломалось. Я выдал скорость 5, думаю, так будет круче, хотя не чувствуется. Так, ладненько, давайте как-то проберемся к этому сундуку и откроем его. И тут у нас два хлеба, кожаный шлем и седло. Ну, в принципе, да. Ну да ладно, в принципе, тут есть также голем. А голем, привет, как твоя жизнь? Давайте его убьем, попробуем. Вот так, голем. На, он бьется, только он почему-то просто стоит, и давайте мы его попробуем, собственно, убить тогда. Так, берем, собственно, анезеритовый наш меч, и давайте убивать. Итак, сколько, ну, я думаю, минимум нам надо ударов сколько нанести, да? Так, давайте. И он умер, но все вещи его упали далеко вниз. Вот они. И он не всплывает по воде. Ну, в принципе, ладно. Вот, например, следующий домик. И давайте откроем. И тут 2 яйца. Получается 4 кремня, 2 стрелы и палка. Ну, тоже очень даже неплохой лут. Да, конечно же. Вот, но в принципе, если так посмотреть, то эта деревня реально как бы проклятая, можно даже так сказать. Так, ну, тут, во-первых, сложно передвигаться, во-вторых, тут нет ни одного жителя, хотя есть голем. И в-третьих, то, что тут все блоки, то есть можно проходить через них. А вот давайте я сейчас попробую перейти в выживание. Итак, Game Mode 0, Enter, и... В принципе, видите, вода, то есть, не фантомная, а все остальное как бы фантомное. То есть, чисто из-за воды я живу, можно сказать. Это тупо из-за воды. Вот, а так все остальное как бы фантомное. Давайте попробуем погрузиться, что ли, что тут у нас внизу. Только мне бы не провалиться, лучше я пропишу GM1. GM1, все, так будет намного круче и намного лучше, надеюсь. Итак, мы плывем вниз, и, кстати, видно, что хрестик у нас немного как-то подсвечивается, что ли. Ну, вы сами, я думаю, это видите, да? Так, спускаемся, и тут посмотрите, что у нас. То есть Bedrock, генерация Bedrock не урезана, всего остального внизу урезана. То есть так оно не должно быть, но я думаю, вы сами это знаете, что именно вот так вот Bedrock не должен генерироваться. И он, кстати, тоже фантомный, не зря я, собственно, включил... В принципе, тихо. Я провалился. Ну, не зря включил этот творческий режим, как бы, но тут капец. Давайте попробуем его. А он даже ломается, вы прикиньте, да? То есть он ломается, тут можно поставить все блоки. Давайте даже это проверим. Так, берем, потрескался каменный кирпич, и он ставится, ребят. Под Bedrock, к сожалению, ничего нельзя ставить, но так, в принципе, неплохо. То есть, я думала, то, что мы тут ничего не сможем поставить, сломать, но это все работает. Вот. Ну, конечно, координаты-то... Давайте сейчас посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 12-миллионные координаты. Ну, это капец просто. Но, в принципе, ладненько. Тут еще есть кроватка. Я думаю, вы это все видите. Давайте попробуем заспавнить какого-то моба. Ну, если голем там тут был, значит, другие, я думаю, должны быть. Вот, например, жители. Почему их тут нет? Давайте сейчас заспавним. Пусть будут, да? Так, берем яйцо спавна, ага. А как тогда голем тут жил? Если все остальные проваливаются, то как тут голем жил? А что если посыпалось, ну, то есть заспавнить его? Немного не так. Давай, а он плавает, то есть и для жителей тоже получается вода не фантомная. И вот так вот круто, в принципе.
и не знал. Так, а как мне тогда выбраться? На самом деле тут очень сложно передвигаться, то есть, ну, вы сами видите, да? Вот. Но я как бы плюс-минус помню на ту биту, типа, я так само передвигался, так что, в принципе, ну, это было с помощью читов, то есть без читов тут тупо невозможно передвигаться. А была на ту биту, типа, я, конечно же. Но, в принципе, ладненько. Так, ага, я летел, собственно, вот сюда, вот, и давайте заспавним, и он, то он даже, получается, получил профессию, то есть профессия у него есть. Вот. Также тут эффекты как-то не странно идут, но да ладно, все равно на их. То есть он даже стал жителем именно одной профессии под названием броник. В принципе, это неплохо. То есть тут все это работает, и столы вот эти вот также работают. То есть, ну, не столы, а место работы. Ну, я думаю, вы поняли, да? То есть, например, тут может быть все лучники, все вот это вот. Понятно, да? Ну, в принципе. Ну, выживание тут выжить, я думаю, невозможно, разве что тебе надо иметь воду, а передвигаться с помощью воды и передвигаться очень сильно сложно, только вот так вот в боковую сторону, то есть можно передвигаться, а так очень сильно сложно, то есть у тебя тут креативе и со скоростью 5, типа, чтобы вы поняли, даже скорость 6 у меня, то есть да, в принципе, вот так вот, вот. Повторяю же, если что, сид в описании, координаты вот вы видите, если что, они тоже будут в описании, вот, так что как-то так, вот, ну, в принципе, все, на этом я буду заканчивать, ребят, если вы хотите увидеть, как попасть на далекие земли Minecraft Bedrock Edition, это есть такой способ, то обязательно поставьте лайк, с вами был я, конечно же, Дэн, также посмотрите, что тут, какой я при... Так, давайте сейчас мы к нему прилетим. Так, вот так вот летим, летим, летим. И вы посмотрите, то есть тут одни чанки, а тут другие совсем. Ну, вы видите это, да? То есть именно так. Хотя я прогруживала это все на одной версии, то есть это не должно было быть. А такое же самое, в принципе, было тогда, когда старые миры делали бесконечными, и тогда вот так вот было тоже, в принципе. Ну ладно, в принципе. В принципе, 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 да? Вот, если мы спустимся вот сюда вот куда-то, то мы увидим бедрок. То есть, за вот этим вот, в принципе, бедрок уже все, капец бедрок. То есть, тут только бедрок будет генерироваться и все. Да. С вами был я, Дэн. Так что, ребята, хочу вам сказать еще то, что если мы вот поднимемся наверх, то тут все получается на высоте 62, то есть, на уровне моря. Вот так вот. Теперь все также там видно. Лавы, получается, которые не взаимодействуют почему-то с водой, ну, чтобы сделать обсидиан. Давайте я даже вам это продемонстрирую. Смотрите, короче. Так. Спускаемся, спускаемся. Где эта лава? Так. Ага, тут еще какая-то пещера. Вот она, моя лава. Вот. То есть, ага, нет, не это. Вот, смотрите. Как бы, ну, видно все, да? Если мы тут поставим блок, и еще один блок, то все, оно активируется, и как бы все теперь начинает работать, но так раньше не было. И еще за вот этой вот стенкой, получается, куда вы телепортировались, тут все генерации есть, но только тоже фантомные блоки. На этом все, с вами был я, Дэн. Всем удачи и всем пока.